Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал, где я с особой радостью делюсь с вами самой новой и крайне интересной информацией из мира криптовалют. И сегодня у меня для вас есть обзор очередной ультра-уникальной цифровой NFT-коллекции, которая является домом для 9999 предметов коллекционирования под названием Cool Ape Planet. Как вы уже догадались, это коллекция удивительных и потрясающих NFT, которые представлены для следующего поколения предпринимателей в индустрии блокчейнов, которые способны по достоинству оценить не только качество, но и эксклюзивность данной коллекции, которую, как заявляют сами разработчики, еще не видела индустрия NFT. Как по мне, это весьма громкие заявления, поэтому предлагаю нам все же выяснить, так ли все это. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали, и смотрите этот выпуск до конца. Итак, в чем заключается уникальность Cool Ape Planet? Быть может, спросите меня вы. На что я с удовольствием отвечу, что Cool Ape Planet объединились в выделенном блокчейне ERC-721 Ethereum, предлагая тем самым сотни уникальных функций и всевозможных черт, начиная от одежды, заканчивая головными уборами, аксессуарами и выражениями Cool Ape Planet. Познакомиться с некоторым из них в визуальном плане мы можем прямо на официальной странице их инстаграм-аккаунта. Я думаю, многие со мной согласятся, что выглядят все эти Cool Ape Planet достаточно мило и ванильно, так как в их реализации используются достаточно пастельные тона, что добавляет им особой, сказочной атмосферы. Если же мы вернемся к самому началу, то увидим, что запуск данного проекта осуществила закулисная команда профессионалов и криптоэнтузиастов под названием Back Office всего лишь в начале первого квартала 2022 года. Но, как вы понимаете, для развития любого проекта нужно активное и преданное сообщество, каким, собственно говоря, и обладает проект Cool Ape Planet. Причем не только в Discord, присоединиться к которому, кстати, вы можете уже прямо сейчас по ссылке, указанной в описании, но и поддержать впоследствии живой разговор в чате, а также получить для себя много исчерпывающей информации о проекте, в том числе изучить дорожную карту проекта, другие его официальные социальные ресурсы и прочие разделы. Кстати, чуть не забыла вам сказать, что Cool Ape Planet станет первым проектом NFT, который предоставляет такую огромную раздачу для всего своего сообщества. Общая сумма розыгрыша которого составляет аж 200 тысяч долларов, из которых 150 тысяч долларов будут переданы 30 лучшим обладателям Cool Apes по 5 тысяч долларов каждому. Кроме того, 30 тысяч долларов будут переданы сообществу Discord Cool Ape Planet, где 30 самым активным участникам достанется по 1 тысяче долларов на человека. Звучит все это, согласитесь, очень даже заманчиво. Но и это еще не все, так как еще 20 тысяч долларов будут распределены между 20 самыми активными участниками Телеграма, которые также получат по 1000 долларов на человека. Ну и наконец, пожалуй, самая главная новость, ради которой, собственно говоря, я и затеяла это видео, заключается в предстоящем запуске Cool Ape NFT, в котором смогут принять участие всего лишь 1000 пользователей, занявшие свое почетное место в белом списке, который, кстати, уже почти полон. А значит, у вас осталось не так много времени, чтобы, как говорится, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и присоединиться к белому списку. Отмечу, что сама предварительная продажа стартует с 15 марта, при которой цена предварительной продажи составит 0,1 эфириума. А в момент уже публичных продаж, которые стартуют сразу через сутки, то есть 16 марта, цена будет равна уже 0,15 эфириума. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь к их дискорду, пока не поздно, так как совсем скоро может быть уже поздно, потому что общая численность только в одном их дискорде уже превышает 20 тысяч пользователей, не считая других соцсетей, суммарная аудитория которых насчитывает более 10 тысяч пользователей. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь к Cool Ape Planet уже прямо сейчас. Однако перед этим я настоятельно рекомендую вам произвести свое собственное исследование проекта, осуществить которое вы, как всегда, сможете посредством всех официальных социальных ресурсов, ссылки на которые я обязательно оставлю в описании под этим видео. А пока искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем дня, мира и добра!